процессе воспитания детей у родителей возникает множество вопросов. Ответить на них порой способны лишь специалисты в области психологии и медицины. Участникам форума «Быть родителем непросто» выпала возможность получить полезную информацию из первых уст. Своими профессиональными знаниями с родителями поделились педиатр, арт-терапевт, доула, психологи. Логопед Екатерина Мрачковская рассказала о том, в каких случаях стоит обращать внимание на дефекты речи, когда стоит идти к специалисту, а когда можно справиться самостоятельно. В 3 года обязательно нужно обратиться к логопеду, если у ребенка нет фразы и если речь его непонятна для окружающих людей, а также если нарушены такие звуки, как Б, М, В, Ф, Х, Г, К. Вот если этих звуков нет, то тут нужно обратиться к логопеду, потому что именно эти звуки у ребенка должны быть в 3 года. О том, как выстроить гармоничные и доверительные отношения в семье, рассказала специалист по вопросам детской привязанности и мама 3 детей. Самое важное, что хотелось донести родителям, это безусловное принятие своего ребенка, да, то есть любить его таким, какой он есть, и принимать его таким, какой он есть. И в дальнейшем, на самом деле, это помогает избежать многих таких каких-то острых моментов, конфликтов, ситуаций. И мы говорили, как на каждом году жизни, с рождения до 6 лет, можно помочь ребенку, как ему транслировать свою любовь. На форуме родители могли не только получить советы от экспертов, но и обменяться опытом с другими мамами и папами. В живом обсуждении участники находили общие точки и совместно определяли основные проблемы взаимодействия со своими чадами. Папа 8-летней Полины Дмитрий Андреев попал на форум случайно, приведя ребенка на занятия. Но о том, что остался послушать экспертов, не капли не пожалел. Много опыта у людей здесь, которые делятся своими скажем так, наработками, можно сказать, за тебя уже провели работу, а ты пользуешься плодами этой работы. Пока родители обсуждали со специалистами насущные проблемы, детей разместили в игровых зонах. Сотрудники молодежного центра развлекали маленьких непосед рисованием, мыльными пузырями и общением.